Привет всем. Ну чё, новая посылка пришла, шла недолго, шла, не знаю, чем она там шла, и нашла. Я не знаю, какой почтой, вроде не Азербайджан. Значит, что тут хочу сказать, все посылки открывались, абсолютно все посылки почему-то открываются на почте, на таможне непосредственно России. Вот. Вот в таком виде все это приходит. Ну, ребята, ну... Вот. Тут пленочная есть. Непосредственно, вернее, пленка пупырчатая есть. Значит, вот все, что здесь есть. Вот так вот это все выглядит. Ну, неприятно. Неприятно, когда ваша посылка... Когда ваша посылка приходит вот в таком виде. Сразу скажу, это светодиодный головной прожектор, как написано, из магазина Gearbest. Я принципиально покупаю непосредственно в магазине Gearbest, а не в AliExpress, только потому что AliExpress — это большая клоака, в которой, к сожалению, очень много обманывают просто покупателей, и это мне очень не нравится. Короче, это головной фонарик, налобный фонарик. Вот такая у него замечательная коробка, друзья. К сожалению, это зависит не от магазина Gearbest, а от почты, ну и все такое. Выглядит это так. Выглядит это так, просто надеваешь на лобешник, на голову надеваешь, резиночки хлюпенькие, как будто бэушные, но на самом деле я не вижу, что это бэушное какое-то, просто, хотя как я ж не специалист, у меня лаборатории нет. Вот. Значит, насколько я понимаю, батареек здесь нет, за такую цену 143 рубля 9 копеек, ребята, это вообще, это, я не знаю, это находка, нереальная просто находка, видите? Такой прибор, вот с такой вот хренотенью, его можно ставить в любое там, в любое положение, хоть себе под ноги, хоть в космос там подсматривать и все такое. Я смотрел раньше видео, там просто он офигенно увеличивается за такую цену, это просто восхитительный фонарик на голову. Вот так вот он разбирается, кстати, он разобрался почему-то сам, я его не трогал, наверное, что-то нажал. Ставятся пальчиковые батарейки, как вы видите, 3 штуки. И все. Ребята, он у вас будет шикарно, замечательно работать. Просто будет великолепно. Я это купил в подарок своему человеку одному, который будет, надеюсь, с удовольствием использовать это. Значит, вот мне немножечко это не нравится. Но я попробую здесь наладить этот процесс. Вот он не вскрывается. Вроде все нормально, все хорошо. Кнопочка включения здесь. Он не регулирует, нет, он как-то, наверное, регулируется, это уже надо проверять, будет смотреть. Но на данный момент, ну, что я могу сказать, как альтернатива другим очень интересным фонарям, это довольно хорошее. Кстати, по свету светит великолепно. Если вы сомневаетесь, друзья, не сомневайтесь. Я пересмотрел кучу видеороликов различных и говно брать не буду. Говорю честно и откровенно. Все берите именно вот этот фонарь. Он самый лучший, самый простой в использовании, самый удобный. Он никогда не сломается, я так надеюсь. Выглядит он, ну, ребят, даже если он сломается, 143 рубля, ну, это смешно просто. Вот за такую вот вещь. Вот, поэтому я думаю, что видео с этим фонарем... Так, ну что, там какая-то пыль, но это, в принципе, нормально. Все видите, что там внутри, да? Значит, рекомендую эту вещь, приятная, на лбу здесь какая-то вот типа кожа или резина, когда прижимаете на лоб, ну, думаю, это для того, чтобы не потело. Резиночку, в принципе, можно заменить, затянуть вот таким образом, и все будет интересно. Светит она очень ярко, далеко, метров, я не знаю, 20 она точно будет светить. И если вы где-то будете разжигать костер и бояться и смотреть в сторону леса, не идут ли волки, допустим, или какие-то другие звери, то или там на речку за водой ночью сходить, это просто замечательно. Я лично взял для людей, которые очень любят сидеть на даче, непосредственно ночевать на даче, и разжигать там костры и все такое, собирать хворост иногда ночью. Поэтому эта вещь очень здоровская. Ребята, покупаем, значит... Ну, я не знаю, покупаем, не покупаем, это уже, конечно, дело ваше, мое дело предложить. Я взял именно потому, что дешево, практично, надежно, ну и довольно качественно. Ребята, всем спасибо, всем пока, ставим лайк, нажимаем на колокольчики, подписываемся. Всем добра, всем доброго здоровья, пока.